«У вас нет ничего подходящего для меня», – написал мне клиент. «Дело в том, что в моем каталоге товаров он не смог найти подходящего размера кошелек. Нужно что-то тоненькое и вместительное». Как выяснилось, мотоциклистам не совсем удобно возить с собой полноразмерный портмоне, и нужен максимально компактный аксессуар для мотодокументов и карточек. Ну что ж, время разбавить каталог новой моделью. Иногда клиенты открывают мне глаза и предлагают именно то, чего действительно не хватает потребителю. Огромное спасибо вам за это. Рассчитал размеры карманов под карты, обработал и пришил на дополнительный карман под СТС. Все разметил, затем прошил. И получился компактный аксессуар, который без проблем будет помещаться в кармане мотокуртки.